Поддержим аплодисментами, друзья, Вернец Кира, студия Полспорт Анны Румянцевой. Громче, громче, громче аплодируем нашим участникам. Приветствуем на нашей площадке следующую героиню. Но пока что готовится снаряд. Несколько слов о наших партнерах, друзья. Один из партнеров фестиваля Fly Dance Fest. Квесты в реальности, которые называются «Аномалия». Квесты в реальности дадут вам возможность проверить себя в крайне нестандартной ситуации. Команде из двух или четырех человек предстоит решить захватывающие дух задачи. Обнаружить тайники, использовать подсказки и найти ключи, чтобы выбраться из комнаты всего лишь за 60 минут. Аномалия дарит квесты всем участникам, ну и, конечно же, победителям нашего фестиваля, друзья. Представляем вашему вниманию партнера фестиваля танца на пилоне Fly Dance Fest Sticky Molly. Это украинская торговая марка. Она стремительно завоевывает популярность среди многих известных студий Pole Dance Украины. Sticky Molly производит качественную жидкую магнезию, воск для сцепления с пилоном и прочую необходимую экипировку для pole dancers. И не только, друзья. Мы учитываем все пожелания наших клиентов. Улучшаем качество наших продуктов каждый день. Мы продолжаем, друзья. Конкурсный номер 28 представляет город Днепр и, конечно же, студию Полспорт Анны Румянцевой. На площадке Черкашина Вероника. Ваши овации, друзья, поддерживаем участников. Thank you.
Черкашина, Вероника, студия Полспорт. Ну а мы продолжаем готовиться к следующему выступлению, друзья. И пока мы готовимся, хочу вам напомнить о том, что на протяжении всего фестивального дня в нашем зале работают замечательные сотрудники компании «Репортаж». У вас есть отличная возможность, друзья, увидеть себя на экране со стороны. Ну и, конечно же, приобрести лучшие моменты на фото и видео, лучшие моменты ваших выступлений. Компания «Репортаж» подберет самые яркие, самые лучшие кадры для вас. Со всех сторон сегодня производится фото и, конечно же, видеосъемка, друзья. Компания «Репортаж» трудится для вас на протяжении всего фестивального дня и какое-то время после его окончания. У вас будет достаточно времени, чтобы приобрести лучшие кадры своих выступлений, друзья. Не упустите такой замечательной возможности. Ну и мы продолжаем с вами. На очереди следующий номер, друзья. Насколько я понимаю, мы готовы к выступлению. Встречайте на нашей площадке конкурсный номер 29, дорогие друзья. Давайте поаплодируем. Эта героиня представляет студию «Полспорт» Анны Румянцевой. Конечно же, город Днепр. Встречайте овациями. Илюк, Валерия, ваши аплодисменты. Cette terre qui m'obsède jour et nuit, pourtant n'est pas née d'aujourd'hui. Ils viennent aussi loin que je viens.